Ужас, но вы вспомнили это тоже это. Действующие лица исполнителя. Режиссер. Оператор. Главный герой. Главная героиня. Девушка с хлопушкой. Древесный бетонный овод длиной 18 метров, 26 сантиметров. Самое интересное, что длина бетона. Сколько десятков лет? Не меня. Ну не туда, не сюда. Сдвое ряды снимаем сцену в бане. Гражданин, не чуйте левый глаз. Между прочим, на большом экране все равно не будет в кадре вас. Бабушка с портфелем, не курите. Вы же заслоняете весь фон. Юноша, очкастики, проснитесь. Спать во время съемок моветон. Оператор. Мне не видно ухо у героя. Дайте ухо мне от вас. Черт возьми, откуда эти трое? Шестеро. Все, снимаем снова пятый раз. Девушка с лапушкой. Главный герой. Ну, приклейте же мне усы. Я должен быть взрослее. И замшевый спинжак найдите подавей. Так, значит, я готов. Ах, Марья, я пленею. Хотел сказать, плесни ко мне. Приди ко мне на грудь. Что так, что все станет веселей. Режиссер, момент. Ну это мы схватили. Она же на трубе сидит девятый день. Давайте понежнее, в таком народном стиле. Мол, Машка. Мол, слезай. Мол, это... Сядем на плетень. Героиня Томна. Какой плетень, не лучше на таманка и полурастворенное окно. Режиссер, я начинаю, моя гражданка. Ну, кончать, ну, собирайте домино. Оператор. Вы можете орать тут хоть до ночи, а пленка я давно истратил всю. Режиссер. О, мама мия, нету больше мочи. Держите крепче, я его убью. Директор фильма. Достал. Живого весу тонна. Кого достал? Древесного питона. Какой питон? Вот и он. Слышу топт убегающей массовки. Девушка с папушкой. Питон. Главный герой. Куда же вы, куда? Мы что, уже кончаем? Режиссер. Назад! Стоять! Не двигаться, снимаем. Герой, побольше страсти, но не очень. Питон. Герой. На шею не давите, я люблю. Оператор, вы можете орать тут хоть до ночи, а пленка я давно истратил всю. Вы знаете, что я запнулся? Я вдруг представил, что ведь сериал это точно так и снимаю. И вот если вот... А когда же это было написано? Господи! Ну так сейчас снимаю, там что, на трубе, а питок...